это воскресенье в программе «Живи и здравствуй» главный врач Витебского областного специализированного дома ребенка Елена Геннадьевна Мизеркина расскажет о специфике оказания паллиативной помощи детям, о том, кто работает в центре, бывают ли у тяжелых пациентов улучшения, могут ли родители справиться самостоятельно и какую психологическую помощь им оказывают. Из рубрики «Формула здоровья» узнаем, какие современные методики применяют в доме ребенка. В рубрике «Спроси у врача» зададим специалисту вопросы о детском массаже. Например, можно ли его проводить, не имея медицинского образования, или чем можно навредить малышу. В рубрике «Фитоаптечка» студенты отделения «Фармация» Витебского государственного медицинского колледжа имени академика Антонова расскажут о полезных свойствах рябины обыкновенной и поделятся рецептом приготовления чая из ее плодов. Из медицинского календаря узнаем, какие кафедры открылись в первой городской больнице после обновления и почему практическая направленность стала основным вектором развития медицинского образования. И, конечно, нас ждет увлекательная история профессионального пути замечательного специалиста, главной медицинской сестры областного дома ребенка Валентины Васильевны Зотовой. Смотрите, живите и здравствуйте! В воскресенье, 17 ноября в 11:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.